Однажды мы закончим наши и очистим мир от войны. Это мем. Мне еще одна лего упала. Хочешь иметь много донатов в Сталкрафт? Тогда тебе на сайт stalcase.com. Здесь вы сможете легко заработать крутую мастерскую снарягу, а также есть огромное количество окупных кейсов. Лично я открыла кейс Гринч за 129 рублей и выбила огненную бритву, тем самым удяв отличный окуп. Также на сайте есть режим Art Hunt, в котором ты можешь бесплатно попытать свою удачу. Главное не попасть в аномалию и забрать свой выигрыш. Для вашего удобства вывод средств осуществляется прямо в игру, а также при регистрации вы получите бесплатный кейс. А введя мой промокод Yannis24, вы получите бонус к пополнению на 10% и 2 заряда в режиме Art Hunt. Не упусти такую халяву, золотая побольше на лучшем сайте Stalcase. Ссылка в описании. Все есть. А, заточка. Надристал в карман, как говорится. Блять. Сука, ну вот почему, блять, именно в спину жмут одну ебаны? Зона. Сука, так это хуета бесит. БАМ! ЕС! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Стал крафтером, вот эти вот знаменитые вот эти люди классные. Проговор был. Только я сейчас вспомню, что я хотел сказать, когда историю. Ну короче, с Петром, когда еще за Тарена, на просто крафте была с софтом. Мы с ним играли. Бежали, когда мне рассказывают историю, короче, веселую, из жизни своей. Ну это не смешно, конечно, это грустно, но... Ну у него еще, знаешь, такой голос, когда еще был не такой, типа, не грустный. Да. Он, короче, говорит... Сразу голос приходит. Начать контролировать все. С этого момента все, я завалил ебало. Удар по пенису. О, все, я выбил футуристический краски. Можно продавать футуристический сет. Пожалуйста, дайте саунд. Давай, да. Я чуть чертила с СТС-кой не убил, блин, за секунду. А ты ПК-шить будешь еще, я могу с тобой сесть? У меня ПК-шить не платный сеанс. А, что? Когда? Ты вот так. А ты вот так с викингом поступаешь настоящим. Ебать. Какой-то викинг, ты пидор. Извини, блядь, ну сука, ну не могу, блядь, ну я не могу. Блядь, ну почему я не знаю. Тихо, пожалуйста. Там больше разброс, но я хотя бы чисто из-за скорострела тебе переживать буду. Пидорас, стать под кулак. Мне чуть не поймали на мосты, но вылезли. Мне вбить, мне вообще так видно. Все, что не дамажит. Зоновская не зараза впереди! Вот. Никита, я тебе за этот день мог в общей сумме 77 уровня контейнер. Но я 50... Ой, ну короче, около 50 продал. Я не знаю, я слышал вообще типа с игрольчиками вот эта хуйня, типа деньги копить на игрольчики, блядь. Ну я не знаю, сколько денег от тебя, блядь, я даже захочу. Блять, обидно будет, кстати, сливать. Я просто могу сейчас испытание выполнить, тут дохуя испытаний не добавили. Секунду, я еще вынос поймал, какого хуя?
Никита, врубай демку и открывай. Ну для опена, для кровати типа такое себе, начало в ней работать. Я хочу себе мопку, потому что, блядь, я себе еще до перестройки хотел, блядь, скине легенда, нахуй. Ты что? Ну бля, я, кстати, я там. Боевой пропуск, за что? И сами пройдено 500 бачков боевого пропуска. Я убил свободовца, мне дали награду. А, убить игрока с расстояния больше 100 метров. Ладно. А ты его со снайперки убил? Yes. Скибучку мне. Ну, я бы не стеска. О, вкусненький. Ой, нет, вот он, вот он. Не Пугачёву. Пугачёву, по-моему. Пугачёв, да? Пиздец, бомж живёт, блядь, тупо нахуй. Вообще, бомжа, по-моему, согласен, блядь, алая роза какая-то. Гы-гы-гы, вот это вот. Сколько часов?
Давай сюда. Давай сюда. О, вот тут.